За продолжительные выходные на лентах информагентств появилась масса информации о жутких авариях в Москве и Минске. В российской столице произошла крупнейшая за последние два года автокатастрофа, унесшая жизни 5 человек. Водитель спортивного BMW, разогнавшись до 200 км в час, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с такси. А в Минске молодежь решила покататься и покутить, взяв в аренду мощный 6-литровый «Додж». 18-летний водитель, получивший права 2 месяца назад, не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в осветительную мачту. В машине находились 5 человек. Водители и 17-летний пассажир не пострадали, а из 3 девушек, сидевших на заднем сиденье, повезло остаться в живых только одной. Еще один видеофакт пришел к нам из столицы. Водитель BMW на протяжении 15 километров учит ездить других. На трассе Минск-Молодечно-Нарочь хозяин немецкой семерки учит автора ролика, у которого, к слову, в салоне находилось 2 детей. Что пропускать его автомобиль нужно по малейшей команде. На протяжении нескольких километров он притормаживал перед автомобилем, показывал неприличные жесты и неоднократно создавал аварийную ситуацию. И даже когда вроде бы страсти улеглись, BMW вновь продолжила учить. Что вы хотите? За уши, наверное. Ну а теперь Могилев. Вот он, красный сигнал светофора, на который абсолютно все равно водителю «Фольксвагена». Он выезжает через 2 сплошные навстречку, чудом не задев пешехода, и как ни в чем не бывало, продолжает движение. Соседи его тоже не растерялись и следом проехали на запрещающий сигнал светофора. В Гомеле тоже ждать не любят. Менее чем за минуту 3 подряд «Фольксвагена» проезжают перекресток, выехав на встречную полосу. Недалеко от «Золотой рыбки» за парковочное место идут ожесточенные бои. Возле БРУ настолько много желающих найти себе место, что расстояние между машинами меньше 0,5 сантиметра. А во дворах вообще Шанхай из машин. Кто где захотел, тот там и стал. А вот могилевский эксклюзив «Ауди» сразу с 8 кольцами. Чудо-слесарь, которому и смотровая яма не нужна. И раритетный «Мерседес» 39-го года выпуска, обитающий на одной из стоянок областного центра. Дискотека «Авария» выпустила новый клип на песню «Девушка за рулем». Ситуации, взятые из жизни. Ролики из Ютуба реальные. Смотрите скоро на утреннем канале полную версию. Присылайте свои дорожные истории в рубрику «Автомат». Наш адрес – рубрика «Автомат» в одно слово «Собачка.тут.бай». Девушка за рулем, остановись, пропусти и улыбнись, если видишь, что девушка за рулем, не торопись.